и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, всем еще раз привет. С вами по-прежнему студия КСЛ ТВ. И сегодня только Страйк. И смотрим демку. К сожалению, демку этот матч не довелось нам посмотреть в прямом эфире. Но ничего страшного. Я думаю, вы не пожалели, особенно те, кто попали на момент с Кеннисом. Это было незабываемо. Я обязательно покажу по окончанию зарубы на втором дедасте, что же сотворил Кеннис в очередной раз. Демка у меня на компьютере, так что с любезностью предоставлю для тех, кто пропустил супер хайвай этого исполнения Кенниса еще раз. Тем временем пистолетный раунд на втором дедасте уже начался и идет полным ходом. Как видим, есть проблемы у шведов. Гитрайт потерял практически все свое здоровье. 10% осталось в запасе у мощного шведа. Но, тем не менее, французы готовят свою атаку. И посмотрите, что происходит. Укрепление на длине, при этом полностью отдается апленд. Ой-ой-ой-ой. Это все может очень плохо закончиться. По крайней мере, для команды НИП. Вот только сейчас Гзиз дает информацию, что топотом, точнее, просто стадом пронеслись титаны по зигзагу и в данный момент устанавливают бомбу. Самое интересное у Апекса, но почему-то... Что это такое? Апекс жив. А тут даже просто без топ-фрагера разобрались. В живых только Фрайберг. Попытка все-таки оформить то самое выбивание. Надо жить маньяку, и маньяк даже делает больше. Он не то что живет, он вытаскивает важнейший раунд. Экзистенс, пауза, но паузу мы игнорируем. У нас есть супер перемотка. Ждем, когда же вернется Орех. Орех на месте. Нет, Орех не на месте. Ладно. Орех, орех. Даже без ореха взяли пистолетку. Самое смешное, что ореха даже не прочекали. Игрок, который убегал с длины, он даже не посмотрел, что орех стоял почти практически на выходе. Так, что же, Апекс на сервере. Титаны готовы продолжить эту встречу. Наверное, еще раз расскажу о ситуации в группе. Ситуация очень непростая. Envy уже обеспечили себе выход на ван-финалы. Они заняли первое место, выиграв у всех. У Непов, у Титанов и, конечно же, у команды HellRaisers. Дальше была настоящая каша. Ашеры выиграли у НИП. Титаны выиграли у Ашер. И вот теперь НИПам просто кровь из носа, надо победа. Причем победа со счетом 2-0, которую они уже не смогут добыть. Они проиграли первую карту, а вот как раз-таки это... устроила команду HellRaisers. Но шведам по-прежнему надо взять две. И только после этого ашеры напрямую попадают на ван-финал. Тем не менее, шведы вроде бы растеряли все свои шансы, но против титанов продолжают бороться. Ситуация 2 в 1 и его скаут против Кенниса и Экзистенса, у которых действительно серьезный дефицит по здоровью. Эву забрал Кенниса. Бомба стоит отвратительно для игрока атаки, но... Дефьюз китов
просто-напросто нету Финна, и это легкий фраг для экзистенса. 2-0. В шаге остановились. Не пыл взятие экономического раунда. Ой-ой-ой-ой. Действительно, по здоровью откровенно повезло. Два красных. Ну вот так бывает. И, как говорят, везет сильнейшим. Что же дальше? У Кенниса уже появляется снайперская винтовка. Мы долго ждали в атаке фрагов от Кенниса. И вот как раз-таки дождались. Вот того самого. Я ожидал уже, на самом деле, увидеть серию овертаймов. Действительно, думал, что там будет счет 30-30. И это будет суперплотная катка. Но нет, Кеннис сотворил чудо. Для французов он вытащил просто невероятно важный раунд. Оставшись один против четверых. Замкнутый в пленте. Как тузик тряпку. Разбросал всю шведскую команду и... Точнее, даже не разбросал, а просто разорвал. Разорвал на клочья. 3-0. Титаны без проблем расправляются на экономическом раунде своих оппонентов. И теперь у шведов будет полноценный бай. Вот то самое АВП от Элу, которая проходит тест-драйв, или краш-тест, или просто кастинг в рядах команды НИП. И не знаю, какое решение примет менеджмент шведской команды. Оставят ли Эву, возьмут ли Делпана или будут пробовать Кенниса. На самом деле, я бы плотно взялся и подумал над тем, чтобы поработать в этом направлении. Ведь француз действительно самый мощный снайпер. Вот особенно после того, что мы увидели... Это лучший снайпер в данный момент на планете Земля. Тем временем, Элу вот вообще не побоялся той самой таблички, которую мы повесили на Кенниса, именно лучший АВП, и спокойно его в этом раунде забрал. Но такое тоже бывает. Тем не менее, ситуация 2 в 3. Экзист и Фрайберг вдвоем против троих. Фрайберг поджим нижней тэшки, забирает РПК. Как видим, по хелсбарам теперь уже в преимуществе находится команда НИП. И позиционно так же хорошо стоят шведы. Единственный косяк — запускают на аплент. При этом вообще без проблем запускают и дадут поставить бомбу. Титаны до конца не понимают, где же находится вся шведская дружина, но тем не менее... Три дыма в одной позиции. Ну вот, попробуйте найти нас, говорят титаны. Маньяк забирает Фрайберга. Экзист один против двоих. Но, опять-таки же, шансы остаются. Есть красный экзистенс. Есть уже не совсем здоровенький маньяк. И экзист. Попытка, ну, выбраться с респауном. Будет сделать это очень непросто. Также отсутствуют дефьюз-киты. И экзиста здесь просто не отпустят. Маньяк ставит точку в этом раунде. 4-0. Пока без шансов для команды НИП. В принципе, все логично. После проигранного первого оружейного у НИПов полное отсутствие экономики и логичный экономический раунд. Так, что там Кеннис? Вот просто Кеннис превращает меня в какого-то наркомана. Он действительно просто заставляет ждать от него каких-то супермоментов. Вот то, что я увидел, я хочу еще. Кеннис, давай еще парочку сочных. Будут ли такие на втором дедасте? Пока непонятно, Кеннис. Ну, вот здесь промазался ВП, тем самым Апекса немного подставил. Размен один в один. Элу поменяли на Ореха, но тем временем Гетрайт. Попытка поджать по длине. Маньяк стоит очень закрыто. И как же выходит четко по таймингу? Крастом оставляет Гетрайта. Что это за мистический звук в моих наушниках? Так, а ну-ка, секундочку. Неужели это звуки Counter-Strike? Какие-то они инородные. Ладно, смотрим. Найка вроде бы все-таки не будет проблем у титанов. Потеряли Апекса, потеряли маньяка. Это должно позволить, да, шведам забрать два девайса. И именно в данный момент они занимаются попыткой сохранить то самое оружие, которое очень даже пригодится. Forest Exist. 2К47. Давайте посмотрим на общую карту. Французы попытаются, я думаю, пойти все-таки и лишить отобранного оружия. Ну, наверное, все-таки экшен будет у Фореста.
Форест, ну вот, как видим, не особо пытался сохранить свой АК. Наоборот, разыгрывал этот девайс очень агрессивно. Все мы видели, чем это закончилось. Моменталка в респаун, которую французы увидели. Нифига она не была моменталкой, и Фореста забрали без шансов. Так, а вот это уже интересно. Вот та самая модель от команды NiP, которая неоднократно приносила им плоды. Игра в 2 АВП. Элу на Апланте, Форест, мидл плюс Б. И смотрим, что же здесь будет. Быстрый выпад. Ой-ой-ой-ой. Ошибка от Ореха. Второй раунд к ряду. Форест лишает жизни Апекса. Ну и вставляет Титана в меньшинстве. Форест. Перестрелка с Кеннисом. Практически довелся Форест. Ну и что же, кто же круче? Маньяк, минус 80. Форест уже плотно поработал в дебюте 6-го раунда и действительно нанес уйму дэмэджа французским титанам. Настал черед Элу показывать свои снайперские способности. Что у титанов? Втроем на зигзаге маньяк, один на длине. По-прежнему там же находится Гитрайт, и вот Гитрайта пройти будет очень непросто. 45 секунд в распоряжении французов. Неторопливо. Просто уверенно пытаются проходить всевозможные позиции. Самое интересное, наверное, будет здесь. Итак, Кеннис. Нет, все-таки Элу. Все-таки Элу. Ой-ой-ой-ой. Отличная клавиатурка, ничего страшного. Пропустили. Если хотите, могу вернуть назад. Маньяк забрал Фореста. Фрайберг поставил точку в этом раунде. 5-1. Наконец-то не прозмочили счет в этом матче. Причем разомочили очень даже уверенно, потеряв всего лишь одного игрока. Это был Фрайберг. Ну и что у титанов теперь с экономикой? Казалось бы, вот та самая серия раундов из 5 должна была обеспечить французам действительно закупку на как минимум раунда 2 к ряду. Но видим 3 АК-47, ТЭК 9, П-250. Это все, на что хватило экономики французской команды. Тем не менее, быстрый выход по зигзагу. Элу забирает Апекса. Вот Апекс сегодня не в качестве опенфрагера, он в качестве парня, по которому открываются то Форест, то Элу. Чередуются и забирают француза без каких-либо шансов. Живых только РПК. Заход в спину. Забрал одного. Будет ли второй минус? РПК. Нет, с Форестом не справляется. 2-5. 2-5. Все-таки удается НiP'ам сбить под ноль экономику французской команды и заставить провести полный экономический раунд. Тем самым позволив себе набрать уже 3 раунда в атаке. Точнее, в защите. Что же задумали титаны? Смотрим. 4 игрока в нижней тэшке. Один маньяк. Нет, не маньяк. Кто же это? Это Existence, капитан. Пытается привлечь максимальное внимание снайпера команды NiP. В принципе, у него это получается. АВП по-прежнему контролировала как мидл, так и респаун. Ну, давайте посмотрим, что там делает Форест. Форест в поисках фрагов. Форест находится, и Existence все-таки дожал. Форест. Графа Дракулу не остановить. Промах с АВП, РПК все-таки забил. Нет, это Кеннис. Кеннис и РПК вот так вот вышли, можно сказать, двойным выпадом. Один на зигзаге, второй в медле, и Форста забрали. Так, а вот у Кенниса есть АВП. Дорогостоящий девайс Кеннис нашел. Все мы знаем, насколько Кеннис опасен. Все мы видели карту Инферно. Все мы видели, как закончился последний раунд. Так что НiP'ы должны быть более чем аккуратно. Правда, здесь скидочка от Кенниса не была столь успешной. В очередной раз у французов возникают какие-то проблемы, которые мы решаем очень просто. 4x, поехали. Апекс покидает игру. Ждем, когда Орех вернется. И тогда уже продолжим наблюдать за этим матчем. Просто вообще сказка какая-то. Если бы еще разрешали ставить на эти матчи, можно было бы действительно практиковать именно так. Атаковать парней, которые играют в офлайне, просто нереально. Все возможные задержки мы
проматываем за считанные секунды и просто наслаждаемся отборным Counter-Strike. Вот единственный косяк — теоретическое знание победителя. Вот, например, опять-таки же, имея строго две демки, ну вот как-то глупо сказать, что здесь будет счет 2-1. При этом Титаны уже ведут со счетом 1-0. Выход на длину какой-то неуверенный, но все-таки Existence удается забрать Гитрайта. Кеннис при этом остается красный, 2% здоровья, но АВП. Кеннису достаточно сделать один, а может быть и несколько прицельных выстрелов, и это решает все проблемы. Да, так и делают французы. Кеннеса оставили одного на длине, тем временем шведы. Посмотрите, что творят. Сверхагрессия в мидле, под шифтом забрались. В мидл Xyz и Forest, но RPK развалил это укрепление. В живых только Эву. Постарается исправить ошибки тиммейтов. Ну и смотрим, как же будет действовать финский снайпер. Finland, go, go! You need to break out A-plant and defuse the bomb. Так, а вот Кенни смажется в ВПМ. В принципе, точно так же поступает Эву. Ну и здесь уже должно было быть без шансов, но Кеннис в очередной раз. Промах с АВП, граната под ноги Кеннису. 2 в 1, Эву. Ну вот здесь Финн должен показывать свой максимум. Именно на таких моментах будут строиться выводы менеджмента команды НИП. Эву! Невероятный фраг по Экзистенсу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же близко был Финн к третьему фрагу и действительно сочному клатч-моменту. Вот... Чуточку не хватило. В открытой позиции стоял маньяк, но вот действительно, наверное, та самая открытая позиция и хорошая реакция от маньяка помешали Финну сделать последний фраг. Попытка отстрелить Кеннеса вот в такой вот снайперской дуэли, как видим, не увенчалась успехом. Что же дальше? Что же дальше? И вот абсолютно, друзья, непонятно, за счет чего нам делать выводы. Буквально на днях, в принципе, та же команда НИП разобралась с Титанами на втором дедасте без шансов. Сейчас в атаке абсолютно все получается у французов, ну, за исключением нескольких раундов. А так, абсолютно хладнокровно контролируют всю ситуацию. И это при том, что испытывают постоянные проблемы с Апексом, который то вылетает, то... Вот что-то мне кажется, что статистика Апекса 3-2-7, она вызвана не только его игрой, а еще и условиями, в которых он эту игру проводит. А именно коннектом, постоянно отключающимся интернетом, возможными лоссами, чоками и тому подобными штуками. Итак, Кеннис, выход на длину. Давайте все-таки доверимся автодиректору и посмотрим, кто же здесь будет рулить. Это капитан Existence. Забрал Гитрайта. Под флешечку. Четкий выпад. Забирает Зиста. Устрахует. Кеннис. Моментальный размен. В итоге 3 в 2. Титаны занимают апленд. Ну вот Апексу пронести бомбу будет очень непросто. Хотя Орех с этой задачей справляется на ура. Дал бомбу РПК. Говорит, братан, я красный, я туда не пойду. Давай, твоя очередь показывать какую-то агрессию. РПК забрали, ну и теперь надежда только на Кенниса. Бомба стоит как раз-таки на снайпера команды Титан, и вот здесь он должен показывать себя во всей красе. Ой, хо-хо-хо-хо, ошибка. Апекса также забирают, и это четвертый раунд для команды НИП. Абсолютно, вот действительно, 3 в 2. Позиции французов были шикарны. Но, опять-таки же, непредсказуемая подсадка от шведов. Такой вот тонкий скилловый момент, грамотно и... Главное, вовремя использовать эту подсадочку было абсолютно правильным решением от команды НИП. И именно это решение принесло им четвертый раунд. Да и не только четвертый. Глядя на экономику французов, тут попахивает еще и пятым раундом. Хотя, посмотрите, 5 P250, при этом 5 флешек, выпад на длину, но здесь Гзис работает по полной. Выпад остановили без шансов. В живых только Apex и RPK, которые даже побоялись высунуться на Гзиста. У Apex опять-таки же проблемы. Это видно по его, ну вот, бездыханному телу, которое просто, оп, уже отказывается жить. RPK 1, Форста забрал. Но вот Фрайбергам опять-таки же не дано. Не дано, ну, здесь, в принципе, все логично. Тяжелый армор М4А1-4, нет, М4А4 против
просто парня в футболке с пистолетом в руках. Ну и без паузы на этот раз обходятся французы. Что там у Апекса? Давайте посмотрим. Нет, все уже нормально. Парень шевелится, подает признаки жизни, и это хорошо. В любом случае, мы бы не парились, даже если бы Апекс вылетел, мы бы эту паузу перемотали. Итак, смотрим, что будет происходить здесь. На этот раз титаны попробуют проверить Фореста. 5 пистолетов будут врываться на АВП Древесного. Древесного графа Дракулы, который находится в гордом одиночестве на Б-планете. И, кстати, это может быть большой проблемой. Форест находит в дыму РПК. Форест. Второй выстрел мажет. Форест забирает ореха. Ну, здесь уже тиммейты работают по полной. В живых только Кеннис. Попытка все-таки добить Фореста. И Форест себя в обиду не дает. 6-6. И теперь полноценный оружейный бай для команды Титан. Что-то очень долго шведы решали на своем респауне. Никак не могли разбежаться на основные позиции. Тем временем смотрим, что у Апекс. Апекс готов словить Финна на ошибке. Финн мажет СВП, и Апекс таких не отпускает. Численное преимущество. В начале 13-го раунда обеспечили себе титаны. Ну и Фрайберг вынужден идти на контрметоды. Врыв на экзистенс. Это позиция под контролем французской команды. И здесь все без шансов для Фрайберга. 2 в 4, Get Right Exist. Да, вот здесь будет пройти непросто. Врыв от Апекса, Апекс. Ух, хорошо. Забрал двоих, при этом сгорел в огне экзиста, но раунд французы забирают себе. 7-6. Кстати, вот хочется отметить, насколько динамично проходит вторая карта. Если в первой мы видели кучу сейвов, кучу всевозможных тягучих, таких медленных, верных, каких-то проверенных на 100% раундов, то здесь вот как-то все очень быстро и молниеносно проходит. По крайней мере, это касается первой половины. Пурсенау, наконец-то шведы решились докупить вот такой вот девайсик. Это плетка в руках Фореста, и с Кеннисом он с этой плеткой отправляется без шансов. Форест, ой-ой-ой-ой-ой, забрал двоих игроков, и только Орех смог остановить графа Дракул. Апекс подобрал АВП своего тиммейта, без шансов для Гитрайта. РПК, попытка сплит-выхода на Б-плент. Но Фрайберг должен это контролировать. Без шансов. Апекс один против троих. Давайте смотреть. Апекс уже сделал 2 минуса в этом раунде. Только Эйс спасет французского игрока. Третий минус есть. Забирает Гзиста. Перетяжка на зигзаг. А вот что у шведов по позициям. Опять-таки же, полностью отдают зигзаг. Это позволяет Апексу установить бомбу. И он оказывается, ну, не то чтобы в преимущественной ситуации, но как минимум в плюсовой для себя. Бомба стоит, он с АВП. Надо сделать, ну вот, один прицельный выстрел и оставить ситуацию один в один. Но тут Эву безошибочно действует. Спокойно расправляется с Апексом. И идет на 7-й раунд для команды НИП. Дракуле все-таки подобрали его плеточку. В очередной раз постарается подпортить настроение титанам. Ведь этот девайс, наверное, вызывает максимальное раздражение у человека, которого убили. Именно с этой плетки. Кеннис. Ошибка от Гетрайта. Куда ворвался Гетрич, непонятно. Но это позволяет французам выйти в численное преимущество. Элло с АВП. Ну, по-моему, уже дважды промазал. Два выстрела есть. Третья попытка наконец-то увенчалась успехом. Кеннис в зигзаге. Еще один минус. Забирает Гзиста. А тем временем бомбу спокойно идет к Адаму Фрайбергу.
Фрайберг на Б-пленте. О, какой тайминг, Фрайберг, вот это не повезло. Буквально доля секунды. Доля секунды, и Кеннис теперь знает всю необходимую информацию по Фрайбергу, но маньяк быстрее находит шведа в медле. В итоге 4 в 2. Два снайпера. Форест с плеткой и Эллу с АВП. Постараются выбить поставленную бомбу на базе Б. Ну, называется миссия невыполнима. Перекрестный огонь в медле. Форест забирает Кеннис. РПК моментально дает минус в ответ. Эллу при этом остается красным. И все тот же РПК ставит точку в этом раунде. 8-7. Счет первой половины. Очень даже неоднозначно. Все может быть во второй. Не исключаем. Я вот не знаю, будет ли борьба, или все будет действительно без шансов. Хотя это можно проверить одним простым нажатием кнопки, но все-таки это действительно погубит всю оставшуюся интригу. И давайте уже без Shift F2 обойдемся в этом случае, только если будем перематывать паузу. Итак, вторая пистолеточка второй карты начинается прямо сейчас. Что придумают Нипы в атаке? Как будут обороняться Титаны? Все это нам предстоит узнать во второй половине. Увидим ли мы суперфраги от Кенниса? Опять-таки же, в атаке с АВП у Кенниса, ну, мягко скажем, не все получается. 9 фрагов, 4 ассиста, 13 смертей, тому доказательство. А вот в защите Кеннис будет удивлять. Сторонне действуют команды. Сначала занятие титанов длины, попытка ретейка от шведов, но тайминговый смог, и все планы команды не рухнули. Как видим, начинают перестраиваться. Фрайберга одного оставляют на длине, а массовый выход пойдет по зигзагу. Кто там у нас на зигзаге? Это РПК. Ну и посмотрим, как РПК будет справляться с выходом команды НИП. РПК под флешечку. О, там Кеннис разобрался более чем достойно. Кеннис маньяк. Три минуса. При этом потеряли только РПК. Экзист Эллу вдвоем. Вдвоем против практически всей команды Титан. Апекс. Ну, без шансов. Просто без шансов для команды НИП. Но шведы также имеют позитивные моменты в этом пистолетном раунде. Бомбу поставили, один минус сделали. Какой-никакой, но все-таки результат. Теперь интересно, будут закупаться во втором или проведут полный экономический и закупятся в третьем. При том, что закупятся действительно мощно. 2900 есть у Xista. Это будет практически АВП. Но, правда, без армора. В третьем раунде, конечно. До этого еще надо дожить. И да, именно так решили НИПы. Будут проводить полное эко. Как видим, покупают пистолеты только Гитрайт и Фрайберг. Все остальные остаются с гваками. Вот беда. Хотя бы одну флешку можно было купить. И вот по ту самую флешку выйти в мидл, попытаться продавить бэплэнд, в очередной раз поставить бомбу, и вот тогда уже на АВП можно было бы и рассчитывать. Так, а здесь без гранат, все без шансов. Апекс принимает форс экзиста, десант от Фрайберга, забирает Апекса в спину, но дальше три минуса от французов, Кеннис и дважды РПК, и действительно это было без шансов. 10-7. Вот. Идеальное чтение, опять-таки же, вангую сегодня. Xist, капитан команды NIP, жертвует своим тяжелым армором, покупает Фину АВП. Ну и теперь вся надежда на Эву. Опять-таки же, вот шведы в данный момент создают все условия для того, чтобы Эву раскрылся на максимум. В любой другой ситуации, вот Xist бы покупал бы АК, и шведы пытались бы разыграть этот раунд 5 км с хорошей раскидкой, но здесь они действительно рискуют. Они дают себя проявить Эл. В этом раунде у него есть абсолютно все. У него есть АВП, у него есть тяжелый армор, у него есть дым, у него есть флешка. Что еще надо? У него есть 4 тиммейта, которые всячески ему способствуют в том, чтобы он раскрылся и, возможно, стал тем самым пятым звеном команды НИП.
Очень-очень медленный, но при этом верный раунд разыгрывает шведская команда. Как видим, 45 секунд до конца. Шведы втроем на зигзаге. При этом... Вау! А вот это было круто. Его забирает Кейница. Дальше. Вот, казалось бы, второй фраг был не за горами. Параллельно вылетает Апекс. И ситуация... Вот, собственно, поэтому Xist пошел на такие жертвы. Именно поэтому он купил АВП, остался без армора и доверил снайперскую винтовку Фину. Фин сделал два важнейших минуса в этом раунде, попадая также по Existence, оставляет красным капитана прическу, но Existence отвечает более чем достойно. Вот опять-таки же, все упирается в Апекса. Апекс вылетел. Я вот, к сожалению, упустил момент. По-моему, Апекса первого забрал. Эл, это был open фраг. Могу ошибаться. Но если это так, то, в принципе, ничего серьезного. А если Эл забрал первого не Апекса, то тогда этот раунд французы играли вчетвером. Так, well, fix in for Apex. Ну, короче, ждем. Точнее, мы не ждем, мы действуем. Мы перематываем отсутствие Апекса и... Пускай ждут другие. Оп, Апекс на сервере. Поехали. Нет, старт мани. Давай еще раз. А вот теперь все готово. Анпауз. И где же та самая анпауза? Все, готовы шведы. Давайте смотреть, что же будет дальше. Как видим, по закупке все очень плохо. Девайс остался только у Existence, все остальные имеют по 2900, 3. Короче, в среднем где-то 2500 на команду, но этого действительно катастрофически не хватает для того, чтобы закупаться. В итоге французы, проигрывая первый оружейный, вынуждены проводить экономически. Но что у нас на эко? Гитрайт выпад на длину получает по голове. Кто это был, интересно, хотя абсолютно не важно. Минус 70% у Гитрайта. Ну и шведы стягивают все силы под план Б. На Б-базе только Existence. И, кстати, Existence с кольтом. Выпад от Эллу. Existence без шансов. Existence второй минус. Забирает Гзиста. Хороший молот. Хороший дым, который помешает Непам выйти моментально и позволит французам стянуть все свои силы. Так, неужели Existence станет... Есть еще красный гитрайт. Фрайберг также потерял действительно солидное количество здоровья. И посмотрите, Existence по-прежнему один на Б-планте. Слышит топот. Почему не дергаются тиммейты, непонятно. Маньяк минус Фрайберг. Existence забирает Фореста. Красный гитрайт против пятерых игроков команды Титан. И Existence ставит жирную точку в этом раунде. Капитан собрался на максимум. Тот самый девайс, который сохранил Existence, берет важнейший и, возможно, даже переломный раунд в этом матче. Финн не смог открыться по Existence. АВП в руках не позволило сделать open фраг по капитану команды Титан. В итоге НИП у разбитого корыта, 5 глоков и полный экономический раунд. Ага, у нас, посмотрите, что произошло. Я вообще упустил этот момент. Вместо Апекса вернулся Иорик. В принципе, такое уже было. Правда, было в матче против Envy, но сейчас именно Иорик доигрывает карту Dust2 в составе команды Титан. И вот, казалось бы, совсем безобидный эко-раунд превращается в действительно большой пожар для французов. Потеряли троих, дали поставить бомбу. При этом Existence остался красным, да и вообще раунд висел на волоске. 12-8. Все-таки забрали раунд Титана и уже в следующем постараются остановить закупку от команды NiP. Напомню, друзья, в этом матче решается судьба группы А и окончательная ее расстановка. Если Титаны выигрывают со счетом 2-0, 2-1, абсолютно все равно, с каким счетом выигрывают Титаны,
они выходят со второго места на ван-финал звездной серии. Если же шведы побеждают со счетом 2-0, чего уже не будет, потому что первую карту проиграли, которая была Инферно, то именно они бы выходили на ван-финал. В случае победы команды НИП со счетом 2-1, на ван-финалы путевку себе обеспечивает команда HellRaisers. Так что действительно у нас очень непредсказуемая развязка в группе А. Тут, насколько я понимаю, в данной ситуации шведам уже абсолютно не важно. Они, скорее всего, попадают в квалификацию последнего шанса и будут вот именно там бороться за выход на ван-финал 12 сезона с общим призовым фондом 50 тысяч долларов. Элло, минус маньяк, Форест и Элло вдвоем против троих. Кеннис уже, кстати, сделал два фрага в этом раунде. Опять-таки же снайпер работает по полной. Ну и 35 секунд в распоряжении команды НИП. Кеннис. Без шансов для Фореста. Его один против троих. Выпад от РПК. Но Кеннис его опережает. Прицельный выстрел с АВП. 13-й раунд для команды Титан. Полное отсутствие экономики у NIP. И вот она развязка этой зарубы. Тот самый Дедас, который НИПы выиграли без шансов у Титан буквально на днях. Опять-таки же, все перевернулось сверх на голову. С постоянно вылетающим Апексом Титаны, можно сказать, вчетвером выигрывают. Выигрывают у команды НИП. И Орик позволяет себе вот настолько агрессивно играть в медве. Шведы понимают, что эта агрессия будет наказуема. Форест подловил на ошибке РПК. Вау. Экзистенс. В стиле Кенниса. Стреляет с АВП. Кеннис не прощает. Первый, второй. Будет ли третий? Нет. Форест не дает себя в обиду. Один против троих. Бомба стоит. Форест. Ну, просто со всех сторон окружили французы и забрали без шансов. 14-8. И, возможно, последняя закупка для NIP. Или точно так же, как и на Инферно, шведы постараются собраться на максимум, дать, я не знаю, супер собранный камбэк, отыграть вот действительно такое солидное преимущество команды Титан и все-таки забрать вторую карту и подарить путевку команде HellRaisers на карте Нюк. На самом деле все вопросы риторические, потому что демки у меня две, карты здесь всего две, и победа Титан со счетом 2-0 давным-давно. Все это известно. Друзья, кстати, после окончания этого матча, как я и обещал, я вам покажу тот самый сочный момент от Кенниса, благодаря которому Титаны раздобыли победу на первой карте. И вот что-то мне подсказывает, что если бы шведы забрали Инферно в серии овертаймов, то ТАСС-2 здесь бы была жизнь, а точнее, здесь бы была заруба не на жизнь, а на смерть. Но остается только догадываться, и результат нам, в принципе, уже известен. Детрайт на зигзаге, выпад забирает Кенниса, при этом остается красный, 15% здоровья Детрайт. Как же близко был в шаге от второго минуса, но нет. Но нет. Так, что тут у Иорика? М4-1С. Агрессивная позиция при принятии зигзага. Нет, хотя очень даже дефолтно стоит Иорик. Молотов под ноги. Иорик. Вот здесь что-то будет интересное. Иорик. Вот где же помощь тиммейтов Иорик? Как он мансует? Нет. Мансует, танцует, а минусов так и не делает. Экзистенс. 25 промахов с АВП. Не забирая спину Гитрайта. РПК один против троих. Но вот все-таки Гитрайта продавить сумел. 1-2 против Гзиста и Фореста. И смотрим, чем же закончится эта дуэль. Для Гзигста без шансов. Форест в яме. Бомба на длину. Ну, в принципе, все для Патрика. Патрик. РПК. Вот он, клатчмастер команды Титан. Действительно, это было без шансов. Гзист получил одну пульку в голову. Форест получил ровно столько же. И Титаны забрали 15-й раунд. Просто жара.
Ну, вот это уже полный момент отчаяния. НИП играет в 2 ВП, но, тем не менее, это приносит плоды. Выпад от Кенниса, и Форест эту агрессию пресекает. РПК, опять-таки же, аркада. Аркада в бэтфлент, и Форест, ну, явно был к этому не готов. 4 в 4 ситуация. Продолжают атаковать шведы, Экзист и Фрайберг. 2 минуса. Опять-таки же, серия матчпоинтов у французов. На этот раз в их распоряжении аж 7 матчпоинтов. И постараются, ну, я не знаю, вот... С одной стороны, логики вообще никакой нет. Сколько можно отыгрывать их. Потому что все равно это не обеспечивает им место на ван-финалах. Напомню, шведам строго надо было выигрывать со счетом 2-0. Любой другой счет их не устраивал. А здесь уже умудрились проиграть одну карту Титанам. И, в принципе, похоронили все свои надежды на прямую путевку на ван-финалы. Будут бороться в сетке последнего шанса. Очередная закупка у французов. Также в 2 АВП будут работать Кеннис и Экзистенс. Остальные остаются с М4-1С-ками. А у шведов только Эл с АВП. Форест. То ли не хватило денег, то ли просто желание пропало после такой аркады от РПК. Так, вполне интересный и рабочий вариант защиты. Три игрока под базой Б. Фрайберг остановил единственного Иорика на зигзаге. Его подловил Кенниса. И, по-моему, шведы серьезно настроены отыграть. Очередной матчпоинт. Ситуация 3 в 5. Маньяк, Экзистенс и РПК. Давайте посмотрим за позициями французской команды. Экзистенс по-прежнему на базе Б. Маньяк на длине под флешечку. Прямо на прицел Гетрайту. И теперь только надежда на РПК. Без шансов. Экзистенс один против пятерых. И очередной матчпоинт отыгран. Отыгран. Подчистую. Пятнадцать десять. По статистике видим. Вот как только появился Иорик на сервере, ну, игра... Не сразу завадилась, да и пока вообще что-то не вяжется. Один фраг, два ассиста, 5 смертей. Вот на все, что был способен Иорик за, я не знаю, 5-6 сыгранных раундов. Действительно, этого недостаточно. Раз за разом шведы открываются на его позиции, будь то аплейн, будь то зигзаг, будь то мидл, где угодно находят Иорика, и пока действительно без шансов. Гетрайт уже находит маньяка на длине, врыв от Кенниса, и Гетрайт справляется... И с ним также четко и уверен. Так, ну и вот тот самый Уорик. Опять-таки же агрессия на зигзаге. Фрайберг без проблем. Живых Экзистенс и РПК. Только Экзистенс красный. Куда ты бежишь, братан? 1 в 5. 14% здоровья Экзистенс в поисках фрагов, и он его находит. По голове попадает Экзисту и жизни лишает. Как-никак Дигл по-прежнему столь же опасен и столь же убоен. Что на этот раз? Что на этот раз придумывают Титаны? Экзистенс, АВП. Нет, дропает Кеннису. Все логично на этот раз. 4 кольта плюс снайперская винтовка. А вот у шведов 2 ВП. Есть Форест, есть Эллу. Точнее, был Эллу. Кеннис эту проблемку устранил очень быстро. Хороший респаун на длину. Залог успеха. Успеха в этом раунде для снайпера команды Титан. Ну что же, финальный аккорд. Выход в мидл. Сплитбэп лента. Экзист 1 будет... Привлекать все внимание французов с основного выхода. А Титаны играют в закрытую защиту. И, как видим, РПК забирает Экзиста. Размен, тем не менее, достойный. 2 в 2. Гетрайт и Фрайберг
остаются в меньшинстве, но при этом занята Б-база, установлена бомба, и выбивание должны будут показать нам французы. Фрайберг. Выпад под флешечку. О! Это был Орик. Да или нет? Нет, это был не Орик. Орик вот здесь под воротами умирает без шансов. Маньяк в спине забирает Гетрайта. Фрайберг 1 на 1 против Кенниса. Времени все меньше и меньше. Фрайберг уже в этом раунде сделал 4 минуса. Да, отсутствие дефьюз китов. Снайпера команды Титан. И еще один матчпоинт отыгрывают Непы. 4 минуса от Адама Фрайберга. 12-й раунд в активе команды НИП. 3 матчпоинта остается у французской команды. 4 уже отыграли шведы. Вау. Ну вот что не матч, то супер плотная, супер интересная зарубка у нас вырисовывается. Так, у французов остался только один девайс. Это сохраненный АВП Кеннисом. Ну и надежда, что Кеннис хоть в этом раунде что-то нам покажет интересное, что позволит французам наконец-то реализовать тот самый матчпоинт. Кеннис, врыв в нижнюю тэшку. С Форестом не справляется. РПК подстраховал. Шведы, как только узнали, что АВП находится на базе Б, моментально действуют в направлении Апланта. Быстрый и динамичный выпад. Гзист находит и Орка без шансов. Бомба установлена. Ситуация 3 в 4. РПК, скорее всего... Нет, это Existence уже с АВП, и он постарается сохранить этот девайс. Дадут ли это сделать шведы? Гитрайт в попытке остановить Existence провалился. Existence забирает также Фрайберга, но тут как тут появляется Кэп. Тот самый Кэп. Подождите, а тут вообще маньяк чуть ли раунд не тащит. Но нет, все-таки Финн на чеку и спокойно с маньяком расправляется. 15-13. Два матчпоинта у команды Титан. Ну вот, наверное, это тот самый момент. Потому что проиграя этот раунд французы, на последний остаются без экономики. Так что 16-13. Или все-таки 16-14. Или овертаймы. Короче, я уже не знаю, что себе думать. Элло, тайминговый выстрел в полном блайнде. Как видим, не попадает. Что по расстановке? Бомба у Фрайберга, он в нижней тэшке. Контролирует аркаду с верхней. Абсолютно стандартно начинается 29-й раунд для команды НИП. Никто никуда не торопится. Просто на верочку занимают все свои позиции и постараются в очередной раз удивить. Удивлять, в принципе, должен как раз-таки Финн с АВП в руках. Ну, вот почему-то отправляет первого Фореста. Форест погибает без размена. Ну и вот он. Вот он, конец. Конец уверенной игры команды NIP на карте The Dust 2. Ведь действительно, 4 раунда брали очень хорошо, очень четко. Но что мешало действовать в том же духе немного раньше и тем самым не дать французам заполучить 15 в активе. Ошибка от Кенниса. Что это было? Элло. Ну вот теперь и Орик во всей красе забрал Элло, но Фрайберг разменял. В итоге 3 в 3 ситуация. Какое-то образцовое выбивание должны показать нам Титаны, если хотят реализовать этот матчпоинт. Бомба на зигзаг. Все горит. Гзист. Вау! Фрайберг за считанные секунды. 1 против 2. Бомба на зигзаг. Бомба на зигзаг. Экзистенс выигрывает эту перестрелку, а РПК тем временем минирует бомбу. Именно так заканчивается та самая принципиальная заруба Титанов и NIP. И Титаны вслед за Envy, за своими соотечественниками, выходят на лан-финалы 12-го сезона. Друзья, как и обещал, вот тот самый последний раунд. Покажу его вам быстренько. Что же сотворил Кеннис? Что же сотворил Кеннис в последнем раунде первой карты и тем самым поставил крест на стараниях команды НИП отыграться на Инферно? Так, нам надо чуть примотаться. С этим всегда ГОТВшечка испытывает небольшие проблемки, но вот уже я в шаге.
Итак, Колян, давай, показывай нам. Мы готовы. Друзья, надеюсь, вы тоже готовы. Итак, последний раунд у Кенниса. 5100. Кто вот, просто хочется понять, кто же дал то самое АВП Кеннису в руки. Ага, Кеннис. Вот, вот он. Просто вот не надо парню абсолютно ничего. Без армора, дым и АВП. Все, что надо Кеннису для победы в этом раунде. Смотрим внимательно еще раз, что сотворил Кеннис. Это вот те, кто видели, они по-любому хотят увидеть это еще раз. Те, кто не видели, ждут с нетерпением, что же сделал Кеннис. Давайте не буду томить, сразу немного перемотаем. Кеннис, Кеннис, Кеннис. Так, ну, давайте, в принципе, отсюда. Вообще, как он туда пробрался? Я не совсем понял, как Кеннис оказался на пленте, но вот сейчас постараемся эту ситуацию прояснить. Итак, Эл в библиотеке с АВП контролирует проход по зелени. Кеннис. Ну, здесь все понятно. Промазал Кеннис. Эллу забирает экзистенса. Апекс дает размен. Вот. Вот именно так прорывается Кеннис в плент. При этом остается... Ну, и вот теперь начинается магия. Кеннис. Казалось бы, здесь уже просто без шансов, но Кеннис не сдается. Видит голову, забирает Гитрайта. И 1-1 против Райберга. Все четко. Я хочу увидеть еще раз. Вот просто наркоманиссио. Нет, ладно. Демка выключается. Не будем еще раз вас мучить. Друзья, вот он, Кеннис во всей красе. Я думаю, на Хилтеворге или в наших социальных ресурсах скоро появится хайлайт с участием Кенниса. Так что ждите. Ждите. Это действительно был сочный и крутой момент. Друзья, еще раз напомню. Сегодня мы смотрели матч по демке. Титан против команды НИП. И НИПы попали в квалификацию последнего шанса, в принципе, как и команда HellRaisers, а вот Титаны. Титаны уже едут на ван-финалы 12-го сезона Звездной серии. Еще раз спасибо, что смотрели нашу трансляцию. Для вас в студии работал Strike. На этом все. Всем пока. До новых встреч.